Всем привет-привет! У нас вечер, и на улице крепчает мороз, уже 20 градусов, и температура так снижается еще. У нас елочка. Кстати, на Вальберис приобретали. А дочка купила пятерочки. Показываю свой огород. Начинаю с капусты пекинской. Утром я уже показывала. Так, сейчас. Для тех, кто начнет также вот повторять этот эксперимент. Вот что-то у меня тут не фокусируется. Там много корней. Он уже видно сейчас. Корней много, но рано еще высаживать, я ее не буду. Вот пока попутно отвечу на комментарий на один. Написали, чтобы отняли у родителей телефон, чтобы они не заставляли ребенка ползать по сугробам. Кто с нами давно, то знают, этого ребенка не заставишь. И когда Лёша переболел ковидом и закончился карантин, когда вышли на улицу, он забрался в центр сугроба и лег. Он даже ходить не мог. И вот по снегу он начал сначала ползать, вот, потом потихоньку ходить, и так и поднялся. Он любит, во-первых, спорт. Ну, какой спорт? Он нас гоняет на квадроцикле, на мотоцикле, на велосипеде. Он любит кататься на лыжах, с горы, на санках. Все у него есть, вся техника. Вот мы его обеспечиваем. У нас дедушка Володя. Он его обожает. Вот только первые требования Лёши. Он уже все приезжает, и все игрушки у него. Игрушки, техника. Робот как-то вот показывали. Крутой робот. Тоже он ему привез. Так что и кто вот имеет детей, и сына или внука Лёшу, то знают, этих ребят не заставишь силой. Вот захотят они горы свернут. А так нет. Потом еще вот про стихи. Я, значит, ему говорю, он про подарки речь завел к Новому году. Я говорю, давай выучим стихотворение. Он какой? Я ему прочитала. Он говорит, оно мне не нравится. Да нормальное такое стихотворение-то. И говорит, почему вот кто-то сочинил, а я его должен учить. И не нравится мне это стихотворение. Давай я сам сочиню. И он включил музыку и как прочитал как рэп. Мне так понравилось и про Новый год, и про Деда Мороза вернул тут, и про елочку. Так что дети сейчас другие, дети современные. Они у меня живут не в деревне, они живут в областном центре. И он ходит и на развивающие занятия. Все, в школу он еще у нас только через полтора года пойдет. Так что не переживайте. Его заставлять не надо, он не будет ничего делать. Вот захотел он поблагодарить родителей за ботинки. Он это сделал на камеру, мама даже не ожидала. Вот, так что вот такие вот дела. Видите, зеленеет кочерыжка. А здесь вот посмотрим, будут корешки или нет. Поживем, увидим. Всем мира и добра, всем пока-пока.